Друзья, мы сегодня собрались для того, чтобы записать видео, потому что рано или поздно все участники МММ-11 получат свой возврат. Мы в этом уверены. Сегодня уже, да, вот участница 11-й системы и 12-й, Ирина, она тоже сомневалась, что возврат этот будет, правда? Угу. Вот, но в итоге все-таки вернули, и мы это можем подтвердить вот в кабинете. Сумма была 64 300 рублей. Правда, была небольшая задержка, но это человеческий фактор. Ничего не поделаешь. Вот мы видим здесь, что это долг МММ-11, 64 300 рублей. Ну, пару слов, Ирина, скажи, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитренко Ирина, город Воронеж. Вчера я получила долг из МММ-2011 в 50% размере, 64 300 рублей. Я сама уже даже не верила, что я получу эти деньги, но это произошло. Так что, дорогие друзья, вы тоже не сомневайтесь, вы получите эти деньги. Тут только нужно ждать и надеяться, это вопрос времени. Все, всем удачи, до свидания. Спасибо, спасибо большое, Ирина.